Всем привет! Меня продолжают влечь задавать вопросы о самодельном циклоне. И сейчас как раз мне нужно сделать очередной. Поэтому я буду иметь возможность показать процесс от начала до конца. Видео будет ускоренным. Кто хочет посмотреть медленнее, ставьте браузер с поддержкой HTML5, например, Google Chrome, и будете иметь возможность регулировать скорость. Поскольку видео шумное, то комментировать я буду только в конце. Ну и опущу некоторые технические подробности, скажем, о том, как резать пластиковую трубу или шлифовать торец, я не буду рассказывать. Тут кому нужно, тот разберется, ну а кто не разберется, значит, тому и не нужно. Значит, нам понадобится канализационная труба, я уже обрезал раструб, значит, длина в данном случае 160 мм. Труба 40, колено 40, либо 50, тут кому как подходит. И 50 труба для внутренней части циклона. Кроме того, я взял 20-мм фанеру. Ну и режущий измерительный инструмент. Дрель, стан и так далее.
Ну вот, собственно, весь циклон. Теперь останется поставить клапан. Но я буду ставить не этот, а без корпуса, так как корпусом будет служить сама крыша. И придумать какие-нибудь защелки для того, чтобы крыша фиксировалась на ведре. Вот такое вот видео на сегодня. Я думаю, я показал все наглядно, поэтому повторить его будет несложно. Кому понравилось, ставьте лайки, задавайте вопросы, если они еще остались, пишите комментарии и делитесь моим видео с друзьями. А на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание и до встречи на моем канале. Всем пока!